Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу поделиться тем, что я приобрела в магазине Fix Price, рассказать о своих новых покупках. Вот такой контейнер 5-литровый. Тут написано, что это для шашлыка. Отечественного производства, фирма Архимед. У него такие удобные ручки вот здесь вот. Крышка очень туго одевается. Но я думаю, что можно не только для шашлыка, сюда можно и огурцы засолить. Так, временно, малосольные, и капусту засолить, тоже для небольшого, непродолжительного хранения. Ну и также, конечно, шашлык хранить в холодильнике очень удобно. Я так рада, что нашла и купила себе такой контейнер, очень рада. Так, девушки-блогеры много рассказывают, а вот такой... Японская, она так называется, мочалки для душа. Сейчас посмотрим. Насколько я поняла, эта мочалка, она совершенно без ручек. Длина ее 1 метр. Вот она. Сейчас я ее сложу и покажу. И тут написано, что она делает массаж, и что если вы помоетесь этой мочалкой, то больше никакой другой вы пользоваться никогда не захотите. Она сделана из нейлона, вот, и как тут написано, ее величина 30 на 100 сантиметров. Вот, долговечная, экономичная, так как создает много пены из малого количества геля для душа, мыла. Или мыло. Быстро сохнет. Вот как тут написано. Видите, попробовав эту мочалку хоть раз, вы вряд ли захотите воспользоваться другой. Импортер, Московская область, город Химки. Состав нейлон. Появились вот такие вот пакеты. У меня уже теперь два насоса для создания вакуума. Вот чехол для одежды 60 на 102. Прежние были маленькие, 60 на 70. Ну и как вот тут написано, защищают вещи от пыли, грязи, не промокают, легко чистятся при помощи влажной тряпки. Состав ПВА. Товар не подлежит обязательной сертификации. Широкое прозрачное окно. Вот частично оно закрыто вот таким синим капюшоном, как бы, а вообще прозрачное, и видно, что лежит в пакете. Вот я себе приобрела два таких пакета, воспользуюсь ими. Девочки много рассказывали уже о вот таком вот Ариэле, 3 в 1. За 45 рублей тут 3 гранулы. Горная весна написано. Вот сейчас я покажу, открою, как они выглядят. Вот таких вот 3 капсулы. Великолепно стирает, я уже попробовала. И запах остается у белья отличный. Сейчас я все 3 постараюсь вытащить. Вот такие вот 3 капсулы. В других магазинах это стоит во много-много раз дороже. В этих 3 гранулах в каждой по 28,8 грамм. А в общем в пакете 3 гранулы составляют 86,4 грамма. Если белье не сильно загрязненное, то достаточно одной капсулы вот такой вот в стиральную машину. Вот. Одной такой капсулы достаточно. Но этим средством нельзя стирать натуральную шерсть и натуральный шелк. Купила вот такой гель для душа. Называется «Клуб путешественниц». Хайти, пробуждающий спа. Иланг-иланг и сладкий мандарин. Гель для душа. Читаем. Иланг-иланг
сладкий мандарин, чувственное пробуждение, бодрость и защита кожи, пробуждающий гель для душа, заряжает энергией. Ну вот, взяла. Объем 250 миллилитров. Изготовитель Россия, Москва, Истринский район. Вот, цитрусовый аромат с десертными нотками иланг-иланга освежает и вызывает приятные эмоции. Подходит для всех типов кожи, в том числе для очень чувствительной и очень нежной. Специально разработанная формула геля смягчает, увлажняет, витаминизирует, бережно сохраняет естественный баланс влаги и кислотности. Взяла шампунь вот такой вот, тоже совершенно новый. Шелковистый шампунь. Органик Натура. С натуральной травяной пастой для сухих волос. Здесь его 400 миллилитров. Вот, натуральная травяная паста. Линия натуральной косметики на основе сертифицированной органических экстрактов одобрена ведущими европейскими ассоциациями экобиокосметики. Натуральные ингредиенты, созданные в экологически чистых условиях, помогают естественным образом восстанавливать природный баланс и бережно ухаживать, и дарят комфорт. Травяная паста из листьев, вот я подношу поближе, репейника, крапивы и гамомелиса. Классические растения для ухода за волосами обладают удивительными свойствами природного омоложения, помогающими решать проблемы выпадения и ломкости волос. Как я уже говорила, здесь его 400 миллилитров. Производство отечественное. Москва, Московская область. Вот еще раз показываю, как он выглядит. Купила себе вот такой новый набор, появился. Набор. Доска разделочная с ножом. Доска не впитывает запахи, устойчива к деформации. Каждый из элементов набора легко моется в посудомоечной машине. Удобно брать с собой на пикник. Сейчас мы разрежем и посмотрим, что тут. Кроме доски, тут еще вот пластиковый нож, которым можно резать овощи, хлеб. И к тому же, вот таким пластиковым ножом спокойно можно резать тесто на силиконовом коврике. Там на большом силиконовом коврике написано, что только пластиковыми ножами. Металлическими резать по нему нельзя. Вот так выглядит ножик. Вот он. И вот так вот досочка. Вот она. Пусть она небольшая, но мне кажется, очень симпатичная. И набор весь очень симпатичный. Взяла себе в очередной раз фольгу алюминиевую 28 сантиметров на 10 метров, потому что активно ею пользуюсь. Теперь переходим к продуктам. Мне очень соус сырный Рикко с изысканными сортами сыра. Вот я взяла себе еще раз. От простуды малина, протертая с сахаром. Вот купила себе 400 миллилитров. Это очень лекарственная вещь. Все знают, что это от простуды. Взяла себе цикорий. Вот он, натуральный. И на 45 рублей купила вот две баночки с горохом. Их там две. Баночки очень большие. По 425 миллиграммов в каждой. Кроме того, конечно, как всегда,
купила свой любимый сок. Яблоки, персик с мякотью, без сахара. Большое спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До скорых встреч!